Госсекретарь. Соединенные Штаты Америки рядом с Азербайджаном и поддерживают его независимость. Государственный секретарь США Майк Помпео от имени правительства Соединенных Штатов Америки поздравил народ Азербайджана с Днем Республики. Соединенные Штаты и Азербайджан поддерживают важные партнерские отношения на протяжении почти 30 лет. Мы занимаемся такими важными вопросами, как безопасность, энергетика и экономическое развитие, защита прав и основных свобод человека. Работаем плечом к плечу для установления мира в Афганистане. Ведем совместную деятельность по укреплению энергобезопасности Европы с реализацией проекта «Южный газовый коридор». Наши страны продолжают сотрудничать в решении ряда насущных проблем в мире, подчеркивает Помпео. По его словам, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Хотя в этом году пандемия COVID-19 стала причиной появления новых вызовов, я уверен, что народ Азербайджана справится с ними с мужеством и решимостью. Соединенные Штаты рядом с Азербайджаном поддерживают суверенитет и независимость страны, отмечает Майк Помпео. Привет, друзья! Наконец-то я решился открыть свой авторский канал AZ20%. Приглашаю вас подписаться и заранее благодарю. Ссылка на канал в описании к этому ролику. Всем удачи и помните, что вместе мы сила!